Один из современных авторов написал: «Моя Украина – это цветы, цветущие только на воле. Моя Украина – дыхание весны, согревающие душу зимою». С 1992 года, 24 августа, Украина отмечает День своей независимости. Дорогие украинцы, поздравляем вас со всенародным праздником. Пускай ваши тела, дела и мысли также будут независимы. И только сердца пусть будут пленены любовью к родине и своему народу. Счастья вам, процветания и приумножения всего того богатства, которым наградила нас наша нянька. А какой же подарок приготовила природа нашей имениннице в этот праздничный день? О прогнозах синоптиков на 24 августа расскажу вам я, Антон Поцелуев. Здравствуйте! Ну что ж, можно сказать, что и природа сердечно поздравляет нас. В ближайшие сутки на большей части Украины предполагается ясный небосвод. Правда, в западных областях местами пройдут небольшие дожди, и погода там будет облачной. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 27 градусов. Далее детальнее синоптической картине в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 13 до 28 градусов тепла. С ночи до позднего вечера жители Полтавы, Черкас и Кропивницкого будут наблюдать безоблачное небо. На юге страны термометры в течение суток покажут от 16 до 30 градусов со знаком «плюс». Как в ночное время, так и днем южный небосвод останется чистым. Даже самые маленькие облака обойдут его в пятницу стороной. Наши предки подметили, если солнце ярко светит в 24-й день августа, то в сентябре практически не будет дождей. Мне, откровенно говоря, по душе такое наблюдение, ведь так хочется удержать как можно дольше теплые деньки. На это и будем надеяться. Сейчас о погоде на западе. Здесь температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 15 и 27 градусов выше нуля. В основном в западных областях прогнозируется переменная облачность. Наличие облаков над этой территорией приведет к осадкам, правда, только в Ивано-Франковске. Ночью в виде тумана, а после заката в виде дождя. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 11, а максимальная дневная достигнет 26 градусов тепла. В Чернигове и Суммах предвидится как безоблачная ночь, так и ясный день. Житомир облака полностью покинут на рассвете. На востоке пятница также выдастся погожей. Ночью будут мерцать яркие звезды, а днем регион вдоволь накупается в лучах августовского солнца. Местные термометры в течение суток покажут от 12 до 29 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха в обеденные часы 20%. Максимальная скорость восточного ветра 6 метров в секунду. И теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 13-14 градусов тепла, а в обед прогнозируется 26-27. Северодонецку, Луганску и Алчевску метеорологи пророчат в этот день только ясное небо, как в темное, так и светлое время суток. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 14 до 18 градусов тепла, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 26 и 28 градусов. Жителям Славянска, Донецка и Мариуполя смогут наслаждаться видом безоблачного летнего неба в течение целых суток. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 14-15 градусов тепла, а в дневное время 27-28. Павлоград, Днепр и Кривой Рог также порадуют солнечный день, которому, как и в предыдущих областях, будет предшествовать звездная ночь. И напоследок о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 13 до 26 градусов тепла Киев встретит и проведет этот день под ясным небом. Тучи и даже самые легкие облака не побеспокоят город на протяжении всей пятницы. Таковы синоптические данные на праздничный день 24 августа. Пусть Новый год независимости нашей страны принесет нам стабильность, благополучие и рассвет нации. С праздником, земляки! И до новых встреч в нашей студии!